не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Пошли. Живее. О, немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Будет еще пара толчков, а потом все успокоится. Еще и ветер сильный поднялся. Отец? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Мальчики, живо! Один. Это Один! В дом, мальчики, живо! Это не землетрясение! О чем ты говоришь? Кэш, отведи брата в подвал! А я за машиной! Опа! Сын, выполняй! Давай, Логан! Ну что, черт возьми, стряслось? Куда, Логан? Залезай! Заряда.
Наведение. Лос-Анджелес. Захват. Сан-Диего. Захват. Феникс. Захват. Наведение. Хьюстон. Захват. Наведение. Майами. Захват. Это безопасная зона близко. Живу туда. Запуск через 10 секунд. Команда 3. Безопасную зону. За мной! В Один загружаются координаты целей. Диспетчер, у нас критическая ситуация. Поняла, Хьюстон. Бейкер, запуск процедуры дистанционного подрыва. Принято, Мосли. Дай подрыв станции. Через 3, 2, 1. Диспетчер Одина. Хьюстон, это Мосли. Мы с Бейкером все еще здесь. Вот ведь срань. Принято, Мосли. Наведение зарядов 3 и 4 Одина отменено. Но второй заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Еще не все, Бейкер. Наш тут Один. Нужно его ликвидировать. Атлас, насколько нужно отклонить его мощь, чтобы сбить равновесие? На 23 градуса, левый борт или корму. Но дистанционное управление не работает. 23 градуса. Мы подплывем эту банку в океане. Залезайте в кузов! Ну же, Логан! Тащи его в кузов, давай скорее! Надо сваливать отсюда!
С тобой все будет хорошо, сын. Держитесь, ребята! Восхождение Федерации началось много лет назад. Когда огромные производящие энергию пустыни были уничтожены, наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение Федерации. Федерация объединила всю Южную Америку под одним знаменем, поглощая все на пути своей безжалостной экспансии на север. Обратив против нас Один, Федерация встала на границе Америки, готовая нанести удар. Они считали, что мы ослаблены. Легкая жертва, ждущая последнего удара. Мы сражались долго, упорно, пока не оказались в патовой ситуации. И здесь, в кратерах Викинг 6, как слышно? Хэш? Логан? Вас понял, да, мы здесь, вперед. Судя по поступающим отчетам, Даллас был атакован прошлой ночью. Центр требует повторно прочесать стены как можно быстрее. А, черт. Выжившие есть? Нет. Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Тише, парень. Слушай. Райли что-то нашел. Берите снарягу, идем. Отряд 2, вы рядом с нами? Запрещаю, мы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Как раз проверяем. Прости, не разбудил. Думал.